Большом без родителей. Такой наш обед обошелся нам в $25, да? Да. Вроде нормально для аэропорта. Покупочка. Закупаемся в лакшери. Чек, Palm Angels. Мы едем дальше на следующий наш полет. Целости сохранности. Да, мы долетели вдвоем, самостоятельно.
Вот это будет твой самый скучный гость. Ты что? Мы же в Нью-Йорке. Как это может быть скучно? Получили наши багажи, 4 чемодана. Пока мы это загрузили, вы не представляете, сколько сил ушло. О боже, 3 килограмма. Да, если бы вы знали, я это подняла сама. Так, поехали. Аибелен, расскажи, что случилось. Просто маме на хлеб и сухофрукты доставили немного проблем. Да. А теперь нам осталось провести всю ночь в аэропорту. Всю fucking ночь. Будем ли в такую жару ждать? Мы сели в такси. Просто посмотрите на погоду. Мы думали холодно, а оказывается не холодно, а оказывается жарко, плюс еще дождь. Мы, я не знаю, мы что, в тропиках что ли? Влажность. Капец. Тут так красиво. Невероятно красиво. Я сейчас такая уставшая, а еще и получаю в таком виде вакцину от менингита. Еще и ковид-тест, ПЦР. Они мне сейчас капец у нас будут лезть, да? Наверное, так. Это наша временная комнатка. Не представляете, но нам очень повезло, потому что нам заменят эту комнату, потому что мне не нравится совсем. Просто она на первом этаже или даже... Наш первый завтрак. Вы не представляете, какие вещи с нами произошли, пока мы добрались позавтракать. Ладно, лучше не объяснять. Вот наш первый завтрак. Мы набрали, конечно, мы будто еды не видели, но мы реально целый день нормально не ели. Интересно, мы от этой еды не подолстеем? Сегодня у нас... Ой, блин, капец, я страшная. Ладно, пофиг. Сегодня у нас скеванчанг. Мы делаем такой тиворк с друзьями. Интересно. Офигеть, какой здесь огромный спортбол. Не знаю, я уже так устала, что я не упала. Я отстала.
память. Да, наши первые лекции. Ну, у нас bootcamp проходит сейчас, financial. Что у нас? Financial accounting. Да, financial accounting, я уже думала, analysis. Mm. Блин, ну капец, мы, короче, кое-что пропустили. Ну, мы настраиваемся. Да, 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 все хорошо. Да. Мы получили очень много информации, которую надо будет получить. Да, повторить все, рассмотреть, да? Угу. Ладно, сейчас дождемся. Пожелайте нам удачи. Весы встать. Сколько весишь? Ты думаешь, так быстро уже? Ой, похудели, да. Типа нет? Ты думаешь, мы уже похудели, да? Не знаю. Капец. Фикс. Американский. Очень вкусный. Правда, очень вкусный. Да. Вы волосы у меня так сияют, прям чистотой. Покажи наш лук сегодня. Ну, мы с Айбелен идем в город закупиться всеми необходимыми вещами. Например, тряпки, тапочки, посуда, еда, носки, все что угодно. Сейчас нереально жарко. Все, я уже даже забыла о красоте. Пофиг вообще. Давным-давно. Еще прощай. В аэропорту сказал. Да, пока красота. Здравствуй, удобство, комфорт. Да. Поэтому выглядим просто с чистыми волосами, без укладки, вот так. В такой жаре и влажности, и укладки, и макияжа. Да. Идем мы с питочком. Большой-большой секрет. На самом деле не секрет. Надо проходить. Помнишь, вчера люди вот так проходили? Там же не в тусовку. Сегодня мы едем в Нью-Йорк-Сити. Первый раз. Без знаний, без ничего. Без сим-карты, без интернета. Без карточки. Да, но главное с деньгами. Деньги — это все. Вот, оделись. Мой билет. Мы успели купить эти билеты минута в минуту. Адреналина в жизни не хватает? Да, мы сели. Так, здесь выглядит все. Ехать будем час. Интересно, где мы будем? Идем на 7-ю авеню, 7-ю на 6-ю авеню. Когда идешь между авенюшками, тут прям так грязно, нереально. Ты хочешь попробовать, Даткин? Ну, сейчас хочется покушать сначала. Мы зашли в Shake and Shack. Мы делали фотографии, наверное, минут 20 точно. А
тебя там видно? Да. Пока! Вот у нас кто-то снял. Да. Укоротить так намного красивее. Да? Офигеть! Aibelen, это вид. Кстати, люди. Ой, смотри. Hello. Да. Так, я хочу купить MacBook по вот этой вот акции. Buy a MacBook or iPad for college, get AirPods. Лишние AirPods не промешают. Или я их просто продам. Какой-то мне посовет. Очень красиво. Я хочу вот этот розовый, посмотрите, какой он красивый. И прям для меня ждет меня. А еще здесь голубой. Синий. Блин, они очень красивые. Как мы домой доберемся? Домой? Да изи вообще. Изи, говорю. Надеюсь, доберемся как-то. На трейн сядем? Ой, на бас. Да, я сейчас снимаю на 12 Pro Max прямо в магазине. Да, перекину себя через AirDrop. Мне очень понравился вот этот. Look how beautiful. Это 12 мини. Мне нравится цвет. Синий тоже такой маленький. Нет, совсем маленький, я не могу. Я люблю, когда у меня в руках лопатка.
А еще я временно забрала у них вот это, чтобы он заряжал мой телефон. Надеюсь, они меня не поругают. Вот это я покупаю. Акция просто супер. Ну блин, там Texas, короче, у меня еще $78 взяли, поэтому жалко. Очень даже жалко. Нам надо много чего купить. Разных видов хлопьев, особенно здесь. Уже не знаю, минут 20. Мы все еще здесь. Слишком много проходов, слишком много видов еды, и мы не понимаем. И еще столько всего нужно взять. Ага. А вот... Капец, столько разного. Peanut oil. Арахисовое масло. Кукурузовое масло. Кстати, мы кукурузу брали дома. Да? В Бишкеке, да. Ставить, чтобы вы пили суп просто из этого. Да. Разные. Хотите из говядины, хотите из курочки. Хотите вообще готовое вот такое. Это да. Не то, что это. Тут вообще в консервированных банках, тех самых от Кемпу, можно найти чикен нудл суп. Лапшу куриную. Офигеть. Идет очередной час. Сколько прошло? Не знаю, может, час сорок. Час сорок. Теперь мы здесь. Aibelen, что ты? На страже. Чистоты, да? Молимся, что у нас хватит денег на все это. Потому что мы, видите нашу корзину? Тут вода, там еда, сковорода, чайник. Это мы все должны забрать. Да. Ладно, не посуду, но сковородку. Тапочки, блин, вот эти стоят $15. Вы прикиньте, ну, вот это уродство. Ну, блин, нам нужны домашние тапочки фиксить. Чайник должен забрать потом. У них нет нормальных электрических чайников. Поэтому я вот в ТикТоке слышала то, что американцы не пьют чай, не умеют пить чай. Наконец-то нормальной жизнью в общежитии. 61-98 на 7. Где он? Это самый American Target. Снять или создаем уют. Райкин фирменный. Наш бардак, правда. Все наши продукты. Швабра, которую мы искали. И наши тапочки. Просто здравствуйте. Мы вышли, купили всякого. А тут ливень. Ну ладно, не ливень, а дождь. Еще Wall Street Journal взяли. Нам идти еще 20 минут пешком. 20 минут. Вы прикиньте, как мы дойдем сейчас? Мы же промокнем. До ниточек. На заправке дали пакет. Шелдер. Незабываемый life experience. Промокли. У нас пакеты порвались. Мы пришли так. Зато купили клубники. И что еще? Блубери. Блубери, да. Голубику. И рыбу. Тунец. Ох, холодно. Это ужасно. Это очень ужасно. Второй раз за день. Видите, мои брюки, они мокрые, они прилипли. А я вышла всего лишь 3 минуты назад. 3. А нам еще идти. Только сильно ждет. У нас сегодня маленький зонтик на двоих. Мокрый. Из ведра просто. Ты же запотела. Блин, тоже промокнуло. Что за кампус красивый? Я съела свой хот-дог. Что? Вкусное мороженое. Там мы поели хот-доги, кейк.
Давай еще раз. Белек взяла еще один кейк. Мы идем дальше. Что берут?